Красота-то какая, лепота. Вон, пройдемся немного по Краснодару. Так, зашли здесь, в столовую. Смотрите, с Арсением заказали. Богдан, ты дома? Ой, салатика. Завтракал? Картошечку, котлеточка, сырники. Арсюша кушает. Каркаде себе 390 всего лишь. Потому что... Это мы в Краснодаре. Вот Ольга. Вот такая, смотрите, какая интересная. Столовка-морковка. Вот Арсюша у нас тут. Немного покажу вам район. Это мы на Котлярова здесь. Я периодически показываю районы в
Краснодаре. Так, я не знаю, когда видео выйдет, но я вам покажу район, то, что я вот снимала, квартиру, которую я купила. Что я делаю в Краснодаре, это покупаю квартиру. Ну, вот здесь панельки, считается, вот здесь у меня подруга живет, считается такой классный район, но вот дома панельные, говорит, мне не нравится. Ну, да, район считается, ну, как бы крутой, круче, чем мой, где я купила, но зато у меня кирпичный дом. Вот вы мне скажите, что лучше? Я считаю, кирпичный дом всегда лучше. Хорошенькая. Так, здравствуйте, дорогие любители нашего канала. Мы с Арсением в Краснодаре. Короче, тут по гостям гуляем. Ну, видео, говорю, буду выставлять, будете смотреть. Он мой уже куда-то полез. Так, сейчас буду вам районы показывать. Не знаю, снимаю так, знаете, вперемешку, поэтому что получится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня ребенок там. Аккуратно, Арсюша. То есть я тут это только успеваю бегать. Так что поснимаю, покажу вам, посмотрите. Ну, мы в таких вот в разных районах были. Так, покажу вам новый райончик тоже в Краснодаре. Западный обход. Мы на площадочку пришли. Как они, муравейники, человеченьки называют. Ну, знаете, зато площадочка вон тут. И мамочки можно вон посидеть, отдохнуть. Тут вот тоже что-то строят. Единственное, что вон здесь строительство еще вокруг. Ну, зато детям можно побегать, поиграть. Ну, я купила себе квартиру не в таком районе. Я купила, там у меня максимум 6 этажей все дома. А, вон там дальше, вон для маленьких совсем надо туда пройти. Сколько здесь этажей? 20, наверное, да? 17. 17? Ну, вот такие вот. Угу. Вон, зато Арсению вон нравится, самое главное. Ну, продолжаем вот здесь гулять по этому западному обходу. Или как он? Вот тоже. Мы по площадкам. Мы здесь вот дома, но, конечно, смотрите, дома, есть парковочные места. И вот они, площадка. Единственное, что вот Аня говорит, здесь вот всегда вот, ну, зимой там, весной там, осенью всегда вот так вот прохладно, но зато летом солнце сюда не попадает и очень хорошо. Ну, не так жарко, как на других площадках. Ну да, вот, вот чувствуется. Ну, потому что тень. Дома тоже, вон, не знаю, 20-этажные, 16-17-этажные. Ну, неплохо, неплохо. Ну и цена, цена здесь. Там, я не знаю, от 7 миллионов, по-моему. Как говорится, цена вопроса квартир здесь дорогая. Посмотрите, как и посидеть можно. Ой, полежать. И посидеть, и полежать. Вон гамачок. Ох ты, нарисованное, разрисованное. Вон, мои там играют. Ух ты, как тут интересненько. Это большая площадь. Там вход с одной стороны и с другой. Я так понимаю, это вот на три дома. Одна площадка. Неплохо. Это пар... О, это еще и парковка. Нет, ну вообще классно. Неплохой район, но все равно какие-то джунгли, как я их называю, каменные джунгли. Ну, хотя бы каменные джунгли с площадками. Вот тоже смотрите, какая площадка интересная. Он мой бегает. Арсюша! Арсений?